Как разобраться в себе и стать уверенными? На связи Юлия Хадарцева, системный психотерапевт. И первое, конечно, что я скажу, чтобы ответить на этот вопрос, это ваша уверенность живет там, где внутри вас есть самый лучший папа и самая лучшая мама. Для того, чтобы стать уверенными, нужно почувствовать за правым плечом самого лучшего папу, а за левым плечом самую лучшую маму. Тогда вы поймете, что вы самые лучшие. Поэтому первое, с чего я рекомендую начать, чтобы разобраться в себе и стать уверенными, начать работу по принятию своих родителей. Что значит принять своих родителей? Это осознать, что это самые лучшие родители на этой планете. И вы сделали самый лучший выбор, когда выбрали именно своего отца, вашим папой, и вашу маму, вашей мамой. Поэтому принимайте своих родителей, осознавайте, что вы самые лучшие. Тогда ваша уверенность всегда будет внутри вас.